эфире прогноз погоды. Я Антонина Проценко. Здравствуйте. Третий августа – день Ануфрия Молчаливого. В этот день приводят в порядок, убирают и ремонтируют закрома. Ведь именно туда будут сыпать зерно нового урожая. Чуть позже я поделюсь своими знаниями об этом дне, а пока о погоде в Туле и области на ближайшие сутки. В Алексине градусник термометра покажет плюс 19, плюс 25. В Ефремове плюс 19, плюс 29. В Белеве плюс 20, плюс 26. Но в Московске плюс 19, плюс 25. По прогнозам 3 августа температура в Туле будет колебаться от 19 до 25 градусов по Цельсию. Переменная облачность, дождь, гроза. Влажность воздуха составит 63-74%. Ветер юго-западный до 5 метров в секунду. Возможны небольшие геомагнитные возмущения. Следите за здоровьем. Третье августа – день Ануфрия Молчаливого. Все работы в этот день делаются молча, в память святого покровителя этого дня. Начинают собирать яблоки, упавшие с яблонь, из которых варят компот, делают вино и домашний квас. На сегодня у меня вся информация. Хорошей вам погоды и отличного настроения. С вами была Антонина Проценко. Увидимся с вами завтра в это же время.